Здравствуйте! И сейчас немного о погоде на воскресенье. Если вы успели за выходные подзарядиться сами, не забудьте зарядить свою технику, ведь в магазинах все сам плюс, батарейки по цене всего от 3 рублей. Итак, в Магнитогорске воскресенье минус 6 градусов рано утром, потом плюс 14 и временами солнце. Днем потеплеет до плюс 16, но в отличие от субботы, к вечеру возможен дождь. В Белорецке плюс 2 градуса рано утром, днем плюс 11, но здесь весь день дожди.